Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы будем рисовать. Сегодня мы будем рисовать. Просили меня ВКонтакте вот сыграть в такую игру Quick Draw. Я такую игру видел у Куплинова на канале, я ее впервые увидел. Давно он про нее снимал. И довольно-таки угарные у него выпуски. И сегодня мы сами с вами попробуем поиграть в такую игру. Quick Draw. Здесь, короче говоря, так, может ли нейронная сеть научиться распознавать рисунки? Пополните самый большой в мире набор данных в виде рисунков. Помогите развитию технологий машинного обучения. О-о-о, мы не просто играем, мы еще и развиваем технологии. Зашибись. Короче, что тут? Нас просят нарисовать фламинго. И мы узнаем, распознает ли искусственный интеллект фламинго, который мы нарисуем, или нет. Дается 20 секунд. Фламинго. Я, кстати, забыл, что такое фламинго. Фламинго, блин, это птица, что ли, какая-то. Блин, фламинго. Я забыл, что такое фламинго. Может, это линия. Да, вот или тут. Спаржа. Или уличный фонарь. Я не помню, что такое фламинго, серьезно, ладно. Воду. Ладно, нарисуем. Может, нарисуем с крыльями. Ой, а что так громко тикает? Или парусное судно. Увы. У меня нет никаких. Ну, хорошо, ладно. Потом, когда закончится 6 рисунков, мы сможем потом узнать. А что надо было нарисовать? Так, велосипед. Велосипед, ну это понятно. Может, два колеса. Или круг. Или браслет. Или очки. Может, это сковорода. В смысле? Велосипед. О, распознал. Я даже не дорисовал его, в смысле? Что так быстро распознает? Наковальня. Ну, наковальня это вот. Может, такой. Это линия. Или клавиатура. Какая клавиатура? Чё ты так торопишься-то? Вот это наковальня. Это наковальня. Ботинок. Ботинок. Может, это вот так. Или садовый шланг. Это же ботинок. Что-то быстрее, чем я дорисовал. Река. А как я реку нарисую? Мне чего? Ну ладно, хорошо. Вот я. Вот река или протекает фасоль. Вот так. Или зеленая фасоль. Какая зеленая фасоль? Может, может вот так надо? Может, это океан. А как я реку нарисовать должен? Увы, у меня нет никаких. Что-то я не. Ступня. Ступня. Ну ступня это ногу нарисовать надо. Я смогу вот так нарисовать. Может, это линия. Или уличный фонарь. Ага, уличный это фонарь. В смысле, я даже не дорисовал ее. Так, давайте смотреть рисунки. Что такое фламинго? Блин. Вот фламинго-то я. Я реально забыл, кто такой фламинго. Я знал, просто это самое. Давно ничего про такое не слышал, поэтому реально не знал, что такое фламинго. Кто такой фламинго. Так, это рисунки, которые другие. Ну да, тоже, как видите, не все дорисовать. Не все успели дорисовать. Так, что у нас там дальше? Велосипед. Велосипед я даже дорисовать не успел. Так, что тут? Да, велосипеды. О, вот этот самый такой более-менее неплохой. Вот это что за велосипед? Почему у него такие колеса огромные? Так, это вообще, по-моему, телега магазинная какая-то. Это где руль велосипеда здесь? Так, ладно, в общем, ясно. Наковальня. А ну да, форма вот здесь получше. Это вообще утка какая-то, блин. Река. Вот как реку нарисовать? Так я тоже вот так рисовал реку. Чем вам не нравится-то? Волны надо было еще нарисовать на ней, что ли? Ну и ступня.
ступня. Вот как можно было это дорисовать успеть? Я дорисовать не успел, как он распознает очень быстро, как след какой-то, а не ступня. Так, ладно, смотрим дальше. Следующая порция рисунков. Комнатное растение. Ну, это понятно. Это надо нарисовать горшок. Может, это линия. Или качели. Или квадрат. Или посудомоечная. Какая посудомоечная машина? Это таблица. Или кондиционер. Это же комнатное. Да блин, ну цветок не дает нарисовать, все. Так, костер. Или костер. Костер, наверное, все-таки. Не знаю, тут буква Йоры есть вообще или нет. Так, ну это вот так. Типа вот так. Доски типа лежат. И здесь огонек. Или грабли. Это же костер. Ну вот, вот костер. Автомобиль. Хорошо, автомобиль так автомобиль. Может, это круг. Или браслет. Или очки. Или бинокль. Может, это американские горки. Это же автомобиль. Да блин, ну не дает, руль не дала нарисовать. Ёж, я хотел нарисовать автомобиль, как у сыщика из Бременских музыкантов. Так, ёж. А, ну да, все-таки ее тут нет. Ёж, ну ёж, так и быть, ёж. Может, это линия. Или радуга. Или глаз. Какой глаз? Разве это на глаз похоже? Может, это очки. Или зеленая фасоль. Это же ёж. Ну во, лев. Лев, сейчас я вам льва нарисую. Может, так вот, морду надо нарисовать. Или круг, или луна, или картофель, или лицо. Вот грива. Может, вот у льва. Это мышь. Какая мышь? Или улыбающееся лицо. Улыбающееся лицо. Или как оно может быть улыбающееся? Увы, у меня нет никаких. Да, блин, людей. Как льва-то нарисовать? Так, куст. Куст. Ну это может, просто это вот так мышь. Вот. Или хлеб. Это же куст. Какой-то чебурек вообще, а не куст получился. Так. Костер. А, костер неплохой. Так, посмотрим, что тут. Во, вот это шедевр уже. Вот это. Так, ну вот это что-то не очень как-то. Просто спички какие-то горят, непонятно. А как лев? Как лев получился? Это вообще женщина какая-то со странным ртом получилась. Что такое? Во, вот это неплохо. Тут какой-то обкуренный лев. Это солнце вообще или ёж? Что? Ну какое же это может быть? Вот это вот что, блин? Так, автомобиль. А какой автомобиль у других? А, даже перед можно было нарисовать. Да ладно. Так, ладно, хорошо. Зебра. Зебра. Так, а вот так вот понравится, если я... Если я даже голову не нарисую, она распознает, может, что это зебра или не распознает. Или подсвечник. Или фортепиано. Может, это тигр. Во, это последнее тигр. Мгновение, блин. Стейк. Стейк. Ну вот как стейк выглядит. Ну вот как в Майнкрафте стейк. Линия. Стейк я вам сделаю. Или бейсбольная бита. Или хлеб. Да, это больше на хлеб похоже, чем на стейк. Ну блин, как лучше стейк-то нарисовать? Загогулину получше, что ли, сделать? Или что? Ботинок. Какой нафиг ботинок? Не знаю я. А, вот это будет попроще. Так. Ну, во-первых, круг. Или круг. Во-вторых. Или картофель. Или лампочка. Может, это пруд. Ага, пруд, блин. Это же футбольный мяч. Ну, не дали еще одну нарисовать. Так, бинокль. Бинокль это может, передний план, я так понял, можно рисовать, поэтому... Может, это браслет, или очки, или гантель, или лягушка. Может, какая лягушка? Это же бинокль. О, все-таки распознал. Лампочка, ну, как лампочка? Может, это линия. Основа, то есть вот здесь. Или небоскреб. И вот здесь вот лампочка. Это же лампочка. Ага, так,
Пицца. Пицца, обожаю пиццу, пепперони особенно. Может, это банан? Ага, или банан. Разве это банан? Может, это браслет? Или лист? Или баскетбол? Это же пицца. Ну, не дали везде нарисовать, блин. Так, стейк. Как стейк выглядит? А, нарезанный, вот, так, вот такой, с клеточками. Да, точно. Не подумал. Это вообще шницель какой-то. Так, что еще не получилось? Все остальное вроде получилось. А футбольные мячи как? У кого лучше? А, я думал, у кого-то идеальный футбольный мяч получится. Не, идеальных тут... Эй, блин. Это что за рожа вообще? Ну, вот этот еще более-менее, хотя тоже я далеко не идеал. Вот просто не успеешь нормально нарисовать. Так, бинокль. Ну, это очки какие-то, а не бинокль. Вот это еще более-менее. Это, по-моему, это похоже на сапоги. Это буква N вообще какая-то. Так, ладно. Какие туалеты вам нарисую? Может, унитаз имеется в виду или? Может, это линия. Ладно, давайте я вам нарисую или туалет вот такой. Или дверь. Или рама для картины. Может, это комод? Нет. Не, все-таки надо было, видимо, унитаз рисовать. Или дырку для сортира, не знаю. Груша. Ну, груша это вот так вот. Может, это линия. Или ложка. Или нос. Это во, же груша. Хорошо. Спички. Ну, спички это легко. Спички раз, спичка может, два, спичка три, линия. Спичка. Или забор. Рисуем к ней фигни и дым. Не успел дорисовать. Картошка фри. Картошка фри, ну это как... Может, это коробка это такая вот. Фонарь. Или дверь. Или камин. Ну и картошка может, вот отсюда. Это же во. Фри. Конечно. Зубная щетка. Зубная щетка вот это значит... Может, это линия. Так, ручка или сама и... Или зеленая фасоль. Или банан. Может, это во, банан. Во, вот так. Это же зубная щетка. Вот это фруктовый лед. А как фруктовый лед выглядит? Я не видел, как выглядит фруктовый лед, если честно. Не знаю, как выглядит фруктовый лед. Может, я, конечно, не мало что знаю, но, блин, как выглядит фруктовый лед? Может, это уличный. Так фруктовый. Вам что ли нарисовать? Как лед выглядит? Фруктовый. Может, я что-то забыл, наверное, но как выглядит фруктовый лед? У меня нет никаких идей. А, мороженое, ё-моё, блин. Ну, так бы сказали мороженое, а тут фруктовый лед, блин. Так, туалет, как туалет должен? Да, надо было унитаз рисовать. Ну, сказали бы унитаз, чё? Какой унитаз? Даже человек нарисовали. Ладно. Остальное все вроде нормально. Штаны. Ну, штаны это вообще просто. Может, это линия. Или спаржа. Это же штаны. Это легко, это очень легко. Молоток. Молоток тоже легко. Может, это линия. Ручка. Или спаржа. И на ней сверху это же молоток. Молоток. Стул. Ну, стул. Стул тоже легко. Раз, может, два, это квадрат. Три, это же четыре. Стул. Кисточка для рисования. Ну, тоже довольно-таки легко, я думаю, может, будет это. Это линия. Или зеленая фасоль. Ты или задолбал уже с зеленой фасолью. Кисточка для рисования. А, во-во. Бумеранг. Ну, бумеранг-то тоже вроде бы не сложно. Может, это линия. Это же бумеранг. Угу. Сердце. Еще. Ну, что-то сейчас какие-то вообще просто выпадают. Это же сердце. Угадали прям все. Угадали все. Так,
кисточки у кого-нибудь получше есть? Да, точно есть. Мой рисунок отстой по сравнению со всем вот этим вот. Ну, разве что вот это. Вот это луковица какая-то вообще, а не кисточка. Молотки у кого-нибудь покруче есть? Ну, что это за молоток? Где вот эта часть? Ну, дорисовать явно кто-то не успел. Молоток погнутый какой-то. Это ну, тут выдергу, видимо, нарисовать пытались. Но что-то не очень-то вышло. Так, что у нас дальше? Мышь. Как я вам мышь-то нарисую? Может, это океан? Или змея? Это же мышь. Ага. Я хотел потолще нарисовать. Так, хот-дог. Хот-дог это сосиска. Может, это зубная щетка? Щетка. Или зубная щетка. Или зеленая фасоль. Это же хот-дог. Хэддог. Вы слышали? Хэддог, а не хот-дог. Хэддог. Шапочная собака, что ли? Шапочная. Хэддог. Корзина. Корзина. Может, это скалья. Или каноэ. Это же корзина. Окей, дракон. А как я вам дракон-то нарисую? Вы что, угораете, что ли? Может, это линия. Или куст. Или сердце. Блин, не то нарисовал. Какие-то я хреновенькие уши нарисовал. Это медведь. Ага, медведь. Это разве на медведя похоже? Или комар. Увы, у меня... Да, я что-то я сейчас напортачил немного с драконом. Катер. Хорошо, катер так катер. Может, это линия. Ну, катер это вот или так. Океан. Или каноэ. Может, это хэт-дог. Да пошло ты это нафиг с хэт-догом, блин. Я что-то... Я не понял, я угадал или нет? Вроде бы угадал. Сейчас узнаю. Комнатное растение. Это было уже, вроде. Комнатное растение, может, горшок. Это небоскреб. Это же комнатное растение. Да, я с катером угадал. А вот дракон какой должен быть. Ву. Да, здесь-то получше явно. Ну нет. Это что за сороконожка еще непонятная? Да, странные рисунки. Так, мышь кто-нибудь успел нарисовать получше? А, компьютерную мышь еще можно было нарисовать. Да ладно, да вы чё? А хот-дог у кого получше получился? Ну да, у меня-то похуже. Ну вот рисовать даже не дают. О, ну да, вот здесь как-то даже неплохо так получилось. Так, следующая порция рисунков. Стол. Ну стол, это ж вообще легко. Может, это уличный фонарь? Это же стол. Трактор. Ну, а трактор уже поинтереснее. Одно колесо, второе огромное колесо. Или стетоскоп. Или галстук-бабочка. Какой галстук-бабочка? Как это странно. Трактор получился, конечно. Ну ладно, свеча. Свеча, но это... Может, вот это стоит. Или небоскреб. Это же свеча. Ну, тут не так довольно несложно. Вилка. Вилка тоже будет легко. Может... Это линия. Это же вилка. Как, ну правда, не как это не вилка, а подсвечник какой-то вообще получился. Зебра. Зебра была уже. Может, это круг. Или картофель. Или лицо. Или зубная паста. Может, это свинья. Да, может или быть и свинья. Изолятор. Какой следственный изолятор? Может, это тигр. Не получилось что-то в этот раз. Комар. Так, вот с комаром будет уже потруднее. Они такие мелкие. Может, это радуга. Ну, попробуем. Или ботинок. Или тостер. Это же комар. Комар! Какой комар? Кто вообще развивал этот интеллект, а? Скажите. Зебра.
Ты на свинью больше похож, чем на зебру, блин. Так, ну давайте еще пару раз и на этом закончим. Самолет. Ну самолет-то не сложно. Может, это линия. Или палец. Или утка. Или мельница. Может, это кактус. Или комар. Или морская черепаха. Ну разве... Ну и... неужели она на самолет не похожа? Скажите может, мне. Вот, еще вон окна. Доска для прыжков в воду, мотоцикл, мотоцикл, а нет, нет, не было, у нас был велосипед. Может, блин. Это круг. Может, это круг. Или браслет. Может, это бинокль. Это же мотоцикл. Ага, распознал все-таки, попугай. Попугай, но это... Может, это уличный фонарь. Или колено. Или шлем. Может, это фламинго. Или пожарный гидрант. Это же попугай. Во-во, вот это не так уж плохой рисунок был. Рупор. А что такое рупор? Рупор это что вообще? Ладно, давайте попробуем. Рупорная антенна, вот я слышал. Или хлеб. Или ботинок. Или Эйфелева башня. Может, это очки. Да рупор, что такое рупор? Я не знаю, что такое рупор. Или пассатижи. А, ну сейчас узнаю. Это стетоскоп. Дерево. У меня нет никаких идей. Дерево. Ну, дерево это вот. Вот так вот, короче, рисовываем. Или стейк. Столб. Или зонт. Ну и вот так. Или гриб. Может. Ну в смысле, разве это не дерево? Вот я корни нарисую еще внизу. Или садовый шланг. Да иди ты нафиг, короче, дерево не распознает. Опять лев. Так, ну вот, сейчас, ладно, попробуем еще раз нарисовать. Или уличный фонарь. Или улыбающееся лицо. Может, это дверь. Или палец ноги. Или лягушка. Или шлем. Какой-то прыч леву нарисовал. Опять не распознает, да. Так, ну, львов мы уже видели. Дерево. Чем вам дерево мое не понравилось? Серьезно? Вот это? Не похоже вот на это, вы представляете? Как же так-то? У меня деревья вообще, у меня отличное дерево получилось. Чего вам не нравится, рупор-то что? Блин, это громкоговоритель нафиг. Громкоговоритель, но я слышал громкоговоритель, вот я слышал, вот чтобы рупором называли, я это не слышал. Самолет, чем вам мой не понравился? Я его сбоку нарисовать должен был. Это вообще не самолет, это... А, вот крылья. Ну, самолет, он слишком какой-то огромный. Это батискаф какой-то, это не самолет, это батискаф какой-то. Это... А, нет, тут крылья есть. Это рыба, это вообще рыба. Это не самолет, это рыба какая-то. Так, ну ладно. Вот попугай красивый даже получился, по-моему. Неплохой попугай, да, красивый получился. Ну давайте, давай, ладно, давайте еще раз. Последний раз. Может, это линия. Или спички. Или топор. Может, это мельница. Или забор. Это же пиджак. Да как ты не даете нарисовать, блин. Так, карандаш. Может, ну карандаш это вот линия. Так. Или фломастер. Или бейсбольная бита. Или восковой мелок. Может, мелок. Это зубная паста. Может, вот здесь дорисовать, чтобы было это более понятно. Даже не догадываюсь, что вы рисуете. Ну и иди у тогда нафиг. У меня нет никаких идей. Спички. Спички-то уже были. Может, это линия. Или спаржа. Это же спички. Кухонная плита. Так, ну сейчас. Может, рисуем кухонную плиту. Или квадрат. Или рама для картины. Может, это духовка. Я в замешательстве. Ага, надо еще вот сверху нарисовать эти. Даже не догадываюсь.
что вы рисуете. Вот, догадал, все-таки. Это же кухонная. Виолончель. Так, виолончель — это один из вариантов скрипок. Может, это линия. Или груша. Хоть я немного странно нарисовал. Или арахис. Даже не догадываюсь, что вы рисуете. Да, лучше помолчи. Это же виолончель. А, все-таки угадал. Качели, доска. Ну это легко. Может, это круг. Или садовый шланг. Это слишком просто. Так, с чем? Карандаш. Чем вам мой карандаш не нравится? Он не нравится вам тем, что я вот эти линии не нарисовал вот здесь, или что? Ну, может быть. А вот здесь-то, их нет, и тут приняли. Почему мой-то не приняли? Здесь тоже. И, наверное, если бы я вот эти линии бы тут нарисовал, то, наверное, бы все-таки приняли. Фух. Ладно, короче. Такая вот игрушка. Довольно-таки интересно. Может быть, как-нибудь попробуем еще. Всем ссылочка на нее будет в описании. Это игра. Ее не надо скачивать, она прямо в интернете. Всем спасибо за просмотр, с вас Лекос, подписывайтесь на меня, эпичный видос, подписывайтесь на мой стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте, и всем пока.